Как и практически в любом виде спорта, для занятия айкидо нужно сначала подготовить свое тело. В отличие от других видов спорта, айкидо не требует каких-то особых физических данных, поэтому разминка может быть короткой. Однако, вы лучше всех знаете свое тело. Если считаете, что вам нужно больше времени на разогрев, разминайтесь подольше. Теперь давайте встанем на безопасном расстоянии друг от друга и вместе сделаем несколько простых упражнений на растяжку и разогрев. Thank you.